Всем привет! Вы смотрите канал Оригиналам Нет, и герой нашего сегодняшнего видеоролика – представитель новой линейки фабрики печати Epson L4160 MFU 3 в 1 со встроенной СНПЧ и 4-цветной палитрой печати. 2019 стал годом сюрпризов от компании Epson. Производитель обновил дизайн для своих линеек – фабрики печати со встроенными донорами СНПЧ и XP-серии с картриджами. И должна признаться, что новый дизайн выглядит шикарно. Устройство компактное по размерам. Выбирая ему место, не забывайте, что лоток подачи бумаги располагается сверху, и его высоту также стоит принимать во внимание. Вмещает лоток до 100 листов офисной бумаги, а максимальная плотность, заявленная производителем, 256 граммов на квадратный метр. Внизу выдвигается лоток приема носителей, рассчитанный на 30 листов. В этой модели подвижная панель управления с сенсорными кнопками и цветным ЖК-дисплеем диагональю 3,7 см. Кроме того, L4160 может печатать фото с SD-карт, поэтому через дисплей можно выбрать нужные фото для печати. Помимо карт памяти, устройство печатает напрямую с ПК по USB или Wi-Fi, а также со смартфонов. Для упрощения подключения в обход роутера был создан Wi-Fi Direct. Рекомендую сразу скачать приложение Epson iPrint, чтобы в полной мере контролировать процесс печати мобильных фотографий. Что же касается Ethernet и технологии NFC, то эта модель их не поддерживает. За качество печати отвечает технология MicroPiezo. Печатающая головка является частью устройства, а не расходным материалом, как у HP или Canon. Максимальное разрешение печати 5760 на 1440 точек на дюйм. Минимальный размер чернильной капли 3 пикалитра. Печатает фото без полей. Обращаю внимание на то, что черный канал предусмотрен для пигментных чернил, поэтому в фотопечати он не участвует, а черный цвет формируется смешением остальных трех цветов. Скорость печати фото 10x15 составляет 69 секунд, по словам производителя. А вообще, документы печатают со скоростью 10,5 страниц в монохромном режиме и 5 страниц в цветном по международному стандарту. В этой модели также присутствует модуль автоматической двусторонней печати, поэтому сможете сэкономить на бумаге. Ну и конечно же, здесь есть сканер! И его оптическое разрешение точно такое же, как во всех других моделях этой категории – 1200 на 2400 dpi. Как вы заметили, автоподатчик оригиналов на сканер здесь нет. О чем еще я не рассказала, так это о системе подачи чернил. Здесь фронтальные емкости системы Keylock. Нужны особые баночки с ключиками, чтобы ее заправить. Ресурса достаточно для печати 6000 цветных и 7500 монохромных документов А4. Производитель дает гарантию на устройство 12 месяцев или 30 тысяч отпечатков. Для каких целей подойдет модель? Для дома, но в большей части, наверное, для офисов, учитывая довольно высокий ценовой порог. А на этом у меня все. Если вам понравился обзор, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите на Оригиналам Нет. Мы сможем подобрать для вас идеальное МФУ. До встречи!